Алисе надоело сидеть на пригорке рядом с сестрой и ничего не делать. Раза два она заглянула украдкой в книгу, которую читала ее сестра. Но там не было ни разговоров, ни картинок. «Какой толк в книге?» – подумала Алиса, – «если в ней нет ни картинок, ни разговоров». Потом она стала раздумывать о том, о сём, время от времени погружаясь в дремоту, как вдруг белый кролик с розовыми глазками пробежал мимо нее. В этом не было ничего особенного. Не удивилась Алиса и тогда, когда кролик пробормотал себе под нос: «Ах, боже мой, я опоздаю!» Однако, когда кролик вынул из жилетного кармана часы и, взглянув на них, побежал дальше, Алиса вскочила, сообразив, что никогда еще не случалось ей видеть кролика в жилете и с часами. Она успела заметить, как он юркнул в кроличью нору. Алиса последовала за ним, даже не подумав о том, как она выберется оттуда. Нора сначала была прямая, как тоннель, но потом обрывалась так внезапно, что Алиса не успела опомниться и полетела куда-то вниз, точно в глубокий колодец. Внизу было так темно, что невозможно было ничего разглядеть. На стенах колодца было много шкафов с книгами и полок с посудой, а кое-где висели географические карты и картины. Время шло, а Алиса все продолжала падать. Делать ей было совершенно нечего, и она стала рассуждать вслух. «Дина будет очень скучать без меня сегодня вечером». Диной звали Алисину кошку. «Надеюсь, ей не забудут налить в блюдечко молока». Девочка чувствовала, что засыпает. И вдруг хлоп! Алиса упала на кучу листьев и сухих веток. Но она ни капельки не ушиблась и тотчас же вскочила на ноги. Прямо перед ней тянулся длинный проход, и Алиса успела заметить белого кролика, который со всех ног бежал по этому проходу. Нельзя было терять ни минуты. Алиса понеслась за ним, как ветер. Алиса была совсем близко от кролика, когда тот повернул за угол. Она бросилась следом, но кролик вдруг исчез. А Алиса очутилась в длинном зале с низким потолком. В зале было множество дверей, но все они были заперты. Вдруг Алиса увидела в центре зала столик из толстого стекла, а на нем золотой ключик. Алиса обрадовалась. Она решила, что это ключ от одной из дверей. Увы, ключ не подошел ни к одной из них. Обходя зал во второй раз, Алиса увидела низенькую дверцу высотой 30 сантиметров. Она попробовала вставить ключ в замочную скважину, и он подошел.
Алиса открыла дверцу. За ней оказался вход величиной с мышиную норку в узкий коридор, откуда лился яркий солнечный свет. Алиса опустилась на колени, заглянула туда и увидела самый чудесный сад, какой только можно было себе вообразить. Ах, как было бы замечательно оказаться в этом саду среди клумб с яркими цветами и прохладными фонтанами! Хорошо, если бы можно было стать совсем маленькой. Алиса решила вернуться к стеклянному столику и увидела пузырек, которого раньше здесь не было. На бумажке, привязанной к пузырьку, было красиво написано крупными буквами: «Выпей меня». И Алиса решила попробовать содержимое. Оно оказалось очень вкусным, и Алиса сама не заметила, как выпила все до капли. «Как странно!» – воскликнула она. «Мне кажется, я складываюсь, как подзорная трубка». Так оно и было на самом деле. Алиса сделалась совсем крошкой. Лицо ее просияло при мысли, что теперь ей можно будет пройти в узенький вход и погулять в волшебном саду. Девочка решила тотчас же отправиться в сад, но, подойдя к дверце, вспомнила, что оставила на столе золотой ключик. А когда вернулась за ним к столу, то поняла, что не может достать до него. И тут Алиса заметила под столом маленькую коробочку. В ней оказался пирожок, на котором изюминками было выложено «Съешь меня». Она откусила кусочек пирожка и незаметно съела его весь. «Господи, что же это такое?» – изумленно воскликнула Алиса. «Я начинаю вытягиваться, как огромная подзорная труба!» Тут Алиса стукнулась головой о потолок, так как теперь была ростом больше 3 метров. Вспомнив про чудесный сад, она схватила золотой ключик и бросилась к дверце. Но бедняжка не подумала о том, что теперь она никак не сможет попасть в сад. Алиса села на пол и горько заплакала. Слезы ручьями лились у нее из глаз, и скоро вокруг нее образовалось целое озеро. Вдруг вдалеке послышался едва уловимый топоток. Это был белый кролик. Разодетый, с парой белых лайковых перчаток в одной руке и с большим веером в другой,
Он очень торопился и на ходу бормотал себе под нос. «Ах, герцогиня, герцогиня! Она страшно рассердится за то, что я заставил ее ждать!» Когда кролик приблизился, Алиса робко окликнула его. «Простите, пожалуйста, господин кролик!» Но она не успела договорить. Кролик подскочил на месте, выронил свои перчатки и веер и, бросившись со всех ног прочь от Алисы, скрылся в темноте. Алиса подняла упавшие вещи и стала обмахиваться веером, потому что в зале было очень жарко. «Какие странные вещи случаются сегодня», — сказала она. «А еще вчера все шло как обычно. А может, это я сама вдруг стала какая-то не такая?» Сказав это, Алиса опустила глаза и с удивлением обнаружила, что сама не заметила, как надела на руку крошечную перчатку кролика. «А, должно быть, я опять стала маленькой!» – подумала она. Она и вправду стала гораздо ниже и с каждой минутой становилась все меньше и меньше. К счастью, Алиса сообразила, от чего это происходит. Дело, конечно, было в веере кролика, который она держала в руке. Алиса тут же отбросила его в сторону. «Еле успела!» – воскликнула она, очень довольная, что все кончилось благополучно. «Ну, а теперь в сад!» И она побежала к маленькой дверце, но дверца была заперта, а золотой ключик по-прежнему лежал на стеклянном столе. «Сплошные неприятности!» – с досадой подумала бедная девочка. «Такой маленькой я еще никогда не была, и мне это совсем не нравится!» Тут Алиса поскользнулась, раздался шумный всплеск, и она очутилась по самую шею в соленой воде. Алиса быстро поняла, что попала не в море, а в озеро или в пруд, который образовался из ее слез, когда она была ростом до потолка. В пруду теснилось теперь множество разной живности, случайно попавшей туда. Тут были утка, птица Додо, попугай Лори, орленок и много других зверей и птиц. И Алиса вместе со всеми поплыла к берегу. Странное общество собралось на берегу. Птицы и животные вымокли так, что с них стекала вода, и вид у всех был мрачный и несчастный. Первым делом надо было, конечно, решить, как поскорее обсохнуть. Птицы горячо спорили об этом. Алиса тоже принимала участие в обсуждении и разговорилась со всеми так запросто, как будто знала их всю жизнь. Додо, вскочив с места, произнес:
Мы быстрее просохнем, если устроим скачки на перегонки. Что такое скачки на перегонки? Спросила Алиса. Чтобы объяснить, что это такое, лучше всего это устроить. Додо выбрал подходящее место и очертил круг, расставив вдоль него компанию, после чего все побежали по кругу. Так они бегали с полчаса, и за это время все успели высохнуть. «Стоп! Скачки закончены!» – прокричал Додо. «Кто же победил?» – загалдели все. Додо не мог вот так сходу ответить на этот вопрос и надолго задумался. А участники скачек молча и терпеливо ждали. «Победили все!» – наконец проговорил Додо. Вскоре участники скачек на перегонки стали улетать или уходить, и через несколько минут Алиса осталась одна. Через некоторое время недалеко от нее послышались шаги. Алиса обернулась и увидела белого кролика. Он медленно брел и озабоченно оглядывался по сторонам, словно искал что-то. Алиса услышала, как он бормотал себе под нос. «Что-то скажет герцогиня! Она велит меня казнить! И где только я мог их потерять?» Алиса сразу поняла, что кролик ищет свои перчатки и веер. Она хотела помочь кролику и огляделась вокруг, но ни веера, ни перчаток нигде не было видно. Все странным образом изменилось с тех пор, как она упала в пруд. Зал с низким потолком, стеклянный столик, маленькая дверца – все куда-то исчезло. Заметив Алису, кролик сердито крикнул ей: «Что ты тут делаешь, Мэри Энн? Беги сию же минуту домой и принеси мне веер и пару перчаток! Живо!» Алиса до того изумилась, что тотчас же побежала в ту сторону, куда показывал кролик, даже не попытавшись объяснить ему, что он ошибся. «Он, наверное, принял меня за свою горничную», – думала она. И только она это подумала, как увидала симпатичный маленький домик с блестящей медной дощечкой на двери, на которой было выгравировано «Б. Кролик». Алиса вбежала в домик и бросилась вверх по лестнице. «Странно, что мне приходится исполнять поручение какого-то кролика», — сказала вслух Алиса. «Так, пожалуй, скоро я и у Дины буду служить на посылках». С этими словами Алиса вошла в маленькую чистенькую комнатку. Около окна стоял комод, а на нем лежали веер и 2-3 пары белых лайковых перчаток. Алиса схватила одну пару и веер и уже собралась уходить, как вдруг увидела пузырек, стоявший у зеркала. «Я уже знаю. Если здесь что-нибудь выпью или съем, — рассуждала она, — случится что-нибудь необыкновенное. Посмотрю, что будет, если я выпью из этого пузырька.
Хорошо бы я стала немножко побольше. Мне уже надоело быть такой крошкой. Алиса и в самом деле стала расти. Не успела она выпить и половины пузырька, как почувствовала, что голова ее упирается в потолок. «Хватит!» – сказала она себе. «Надеюсь, что я больше не вырасту. Я и сейчас-то не смогу выбраться из домика. И зачем только я выпила так много?» Но ничего уже нельзя было исправить. Скоро ей пришлось лечь, упершись локтем в дверь. Однако она росла и росла. Ей даже пришлось просунуть одну руку в открытое окно, а одну ногу поместить в камин. К счастью для Алисы, действие волшебного напитка закончилось, и она, наконец, перестала расти. Но это ее не очень-то обрадовало. Она не представляла, как выберется из домика кролика, и почувствовала себя совершенно несчастной. Вдруг около дома послышался голос кролика. «Мэри Энн! Мэри Энн!» – кричал кролик. «Принеси, наконец, мои перчатки сию же минуту!» Потом кролик поднялся по лестнице и попытался открыть дверь. Но так как дверь открывалась внутрь дома, и в нее упирался локоть Алисы, то ему это не удалось. «Обойду кругом», — сказал кролик, — «и влезу в окно». «Пат! Пат!» — послышались вопли кролика. «Где ты там?» «Я здесь, хозяин», — ответил незнакомый голос. «Скажи мне, Пат», — сердито проговорил кролик, — «что это такое в окне?» «Рука, хозяин». «Рука? А видал ты когда-нибудь руки величиной с целое окно?» «Видать, не видал, но это все-таки рука». После этого наступила глубокая тишина. Через минуту град мелких камешков полетел в окно, и несколько даже попали Алисе в лицо. «Ну, это уж слишком!» – подумала она и крикнула громко. «Советую вам прекратить!» И наступила мертвая тишина. А Алиса с удивлением увидела, что упавшие на пол камешки превращаются в пирожки. «Попробую-ка я съесть пирожок», — подумала она. «Наверняка что-нибудь произойдет с моим ростом. Больше расти мне уже некуда. Значит, я стану меньше». Она съела пирожок и с радостью заметила, что действительно стала уменьшаться. Когда рост ее уменьшился настолько, что ей уже можно было пройти в дверь, Алиса выбежала из домика и увидела целую толпу животных и птиц, собравшихся под окном. Как только Алиса показалась, все кинулись к ней, но она бросилась бежать прочь и скоро очутилась в густом лесу. Девочка остановилась только тогда, когда совсем выбилась из сил. «А, я и забыла, что мне нужно прежде всего вырасти. Как же сделать это? Наверное, мне нужно съесть или выпить что-нибудь». «Но что?» Совсем рядом с Алисой рос большой гриб величиной с нее. Она встала на цыпочки и, к своему удивлению, встретилась взглядом с большим червяком, который сидел на грибе и преспокойно курил кальян, не обращая ни малейшего внимания ни на что вокруг. Алиса и червяк некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец червяк вынул мундштук изо рта и спросил вялым сонным голосом: «Кто ты такая?» Этот вопрос смутил Алису.
Мне кажется, что вы должны сперва сказать мне, кто вы такой. Почему? Спросил червяк. Алиса повернулась и пошла от него прочь. Вернись, крикнул червяк. Мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь. Алиса вернулась только из любопытства. А ты довольна своим ростом? Спросил червяк. Мне хотелось бы быть немножко повыше, ответила Алиса. 10 сантиметров. Что же это за рост? Алиса стояла и терпеливо ждала. Через несколько минут червяк спустился с гриба и пополз в траву, загадочно бросив на ходу. С одной стороны откусишь, вырастешь, с другой станешь меньше. С одной стороны чего? С другой стороны чего? Крикнула ему вслед Алиса. Гриба, ответил червяк. И в следующий миг пропал из вида. Алиса задумчиво глядела на гриб, стараясь сообразить, где у него правая и где левая сторона. Наконец, она обхватила гриб обеими руками и отломила каждой рукой по кусочку от шляпки. «Ну, будь что будет», — сказала Алиса и откусила немножко от кусочка, который был у нее в правой руке. В ту же минуту она почувствовала, как ударилась подбородком о собственные ноги. Алиса ужасно испугалась. Она поспешно поднесла ко рту кусочек, который держала в левой руке, и откусила от него. «Ура! Моя голова поднимается!» – с восторгом воскликнула Алиса. Она начала осторожно, понемножку, откусывать то от одного, то от другого гриба. И, наконец, ей удалось стать такой, какой она была раньше, дома. Вдруг Алиса увидала чеширского кота, сидевшего на ветке. Кот улыбнулся, когда Алиса подошла к нему и посмотрел на нее. Очень добродушно. «Чеширская кисонька», – начала Алиса несколько нерешительно. «Не знаете ли вы, как мне выйти отсюда?» «Это зависит от того, куда ты хочешь прийти», – ответил кот. «А кто живет тут поблизости?» – спросила она. «В этой стороне», – ответил кот, взмахнув правой лапкой. «Живет шляпник, а в этой, — он поднял левую лапу, — живет мартовский заяц. Можешь заглянуть к ним, если хочешь. Оба они сумасшедшие». «Но я не хочу идти к сумасшедшим, — сказала Алиса.
Тут уж ничего не поделаешь, сказал кот. Мы все здесь сумасшедшие. Я сумасшедший, да и ты сама тоже. Иначе не пришла бы сюда. Ты будешь сегодня играть в крокет с королевой? Мне очень хотелось бы, ответила Алиса, но меня не приглашали. Я скоро вернусь, вдруг сказал кот и мгновенно исчез. Алиса подождала немного, думая, что кот вот-вот появится, но его все не было. И она пошла в ту сторону, где, по словам кота, жил мартовский заяц. «Шляпников я видела и раньше», – рассуждала она. «И мне гораздо интереснее посмотреть на сумасшедшего зайца». Алиса подняла глаза и увидела, что кот снова сидит на дереве. «Как это неудобно, что вы так неожиданно появляетесь и исчезаете. От этого прямо голова идет кругом». «Неужели?» – сказал кот. И на этот раз стал исчезать очень медленно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая оставалась еще какое-то время после того, как сам кот уже исчез. «Которые не улыбались, я видела часто», – подумала Алиса. «Но улыбка без кота – это самое невероятное из всего, что я видела здесь». Взглянув еще раз на дерево, где только что сидел кот, она отправилась в путь. Вскоре Алиса увидела дом мартовского зайца. Перед домом под деревом стоял стол, накрытый для чая. Мартовский заяц и шляпник сидели за столом и пили чай. Сурок прикорнул между ними и, похоже, заснул. Стол был большой, но мартовский заяц, шляпник и сурок теснились все с одного края. «Места нет! Места нет!» закричали в один голос заяц и шляпник, заметив Алису. «Места предостаточно!» – возмутилась Алиса и села в кресло, стоявшее с другого края стола. «Хочешь печенье?» – любезно спросил мартовский заяц. Алиса взглянула на стол. На нем не было ничего, кроме чая. «Я не вижу здесь никакого печенья», заметила она. «А его и нет», сказал мартовский заяц. «В таком случае очень невежливо с вашей стороны предлагать его», с досадой проговорила Алиса. «А с твоей стороны очень невежливо садиться за стол без приглашения»,
ответил мартовский заяц. На этом разговор оборвался, и на несколько минут все замолчали. Шляпник первым прервал молчание. «Время обиделось на меня», — мрачно проговорил шляпник. «У нас теперь всегда 5 часов». «Так вот почему у вас стол накрыт к чаю», — воскликнула Алиса. «Именно поэтому», — со вздохом ответил шляпник. «Ведь ты знаешь, что 5 часов — время чая. Увы, мы даже не успеваем мыть посуду. У нас вечное чаепитие». «Значит, вы так и пересаживаетесь от чашки к чашке?» – спросила Алиса. «Да, так мы и пересаживаемся от грязной чашки к чистой. Мне нужна чистая чашка», – сказал шляпник. «Давайте пересядем». Он встал и вышел из-за стола. Сурок последовал за ним. Мартовский заяц сел на его место, а Алиса очень неохотно заняла место мартовского зайца. Она оказалась в худшем положении, потому что мартовский заяц пролил молоко на свое блюдце, которое теперь досталось Алисе. Это вывело ее из себя, и она, вскочив с места, пошла прочь. Сурок тотчас же снова заснул, а остальные не обратили никакого внимания на уход Алисы, которая несколько раз оглядывалась в надежде, что ее позовут. Когда она оглянулась в последний раз, шляпник и мартовский заяц старательно запихивали сурка в чайник. «Никогда моей ноги здесь не будет!» – повторяла Алиса, обиженно пробираясь по лесу. «Ничего глупее этого чаепития в жизни не видела!» Только она успела это сказать, как увидела дерево, в стволе которого была дверь. «Как странно!» – подумала Алиса. «Никогда не видела деревьев с дверями! Интересно, а что там, за дверью?» Она толкнула дверцу и очутилась в знакомом длинном зале со стеклянным столиком. «Уж на этот раз я постараюсь ничего не забыть», — сказала Алиса, взяла со столика золотой ключик и отперла маленькую дверку. Потом она начала откусывать понемножку от кусочка гриба, который был спрятан у нее в кармане, пока не стала такого роста, что смогла войти в низенькую дверь. Наконец-то она оказалась в чудном саду с фонтанами и клумбами ярких цветов. Thank you.
самого входа в сад рос большой розовый куст. На нем распустились белые розы. Но три садовника весьма странного вида, плоские и прямоугольные, торопливо перекрашивали их в красные. Удивленная Алиса подошла поближе. «Скажите, пожалуйста, — вежливо начала она, — зачем вы перекрашиваете эти чудесные розы?» «Видите ли, — еле слышно проговорил один из садовников, — здесь надо было посадить куст красных роз, а мы по ошибке посадили белые. Если королева узнает про это, она велит отрубить нам головы. Вот мы и спешим перекрасить их, прежде чем она... «Королева! Королева!» — воскликнул другой садовник, который все время с тревогой озирался по сторонам. И садовники тотчас пали ниц. Послышался топот множества ног. Впереди вышагивали 10 солдат с копьями. Солдаты были такие же плоские и прямоугольные, как садовники. За ними шествовали попарно 10 придворных. Потом следовали королевские дети в костюмчиках, расшитых сердечками. Их тоже было 10. За ними проследовали гости, один важнее другого. Белый кролик тоже был тут. Далее шел червонный валет с алой бархатной подушкой в руках, на которой лежала корона короля. Замыкали эту блестящую процессию король и королева червей. Когда король и королева поравнялись с Алисой, королева, повернувшись к червоному валету, строго спросила: «Кто это?» Валет ничего не ответил, а только поклонился и улыбнулся. «Как тебя зовут?» — обратилась королева к Алисе. «Алиса, ваше величество!» — почтительно ответила Алиса и подумала: «Да ведь это просто колода карт! Ничего их бояться!» «А это кто такие?» – спросила королева, указав на садовников, лежавших ничком под кустом роз. И тут же пронзительно крикнула: «Встать!» И садовники, вскочив, стали отвешивать низкие поклоны. «Хватит!» – взвизгнула королева. «Что вы здесь сделали?» – показала она на розовый куст. «Осмелюсь доложить вашему величеству», — пролепетал двойка. «Мы старались». «Понятно!» — воскликнула королева и обратилась к Алисе. «А в крокет вы умеете играть?» «Умею», — громко ответила Алиса. «Так пойдем с нами!» — взвизгнула королева, и Алиса присоединилась к процессии. «По местам!» Громовым голосом рявкнула королева, и все бросились в рассыпную, налетая друг на друга и падая. Наконец, неразбериха улеглась, все заняли свои места, и игра началась. Никогда еще не доводилось Алисе видеть такую странную игру. Крокетная площадка была изрыта, как вспаханное поле. Вместо шаров были живые ежи. Вместо молоточков – птицы-фламинго. А вместо ворот – солдаты, которые стояли, согнувшись вдвое и упираясь руками в землю. «Так же просто невозможно играть!» – думала Алиса. Никто не соблюдал правил. Били все сразу, не дожидаясь своей очереди, и все время ссорились и дрались. А королева в ярости чуть ли не каждую минуту топала ногами и кричала: «Отрубить ему голову! Голову ей долой!»
Алиса начала уж подумывать о том, как бы сбежать отсюда. Закрыв в отчаянии лицо руками, она размышляла, вернется ли когда-нибудь ее прежняя жизнь, в которой все было так ясно и понятно. Тут вдруг послышался крик. Суд начался! Король и королева сидели на троне в большом зале. Вокруг них толпились подданные, полная колода карт и всевозможное зверье и птицы. Червонный валет, закованный в цепи, стоял перед троном под конвоем двух солдат. Судьей был сам король. На голове у него был большой парик, на который была надета корона. 12 присяжных что-то усердно писали на грифельных досках. «Представляю, что они понапишут», — подумала Алиса. «Герольд, прочитайте обвинение», — повелел король. Белый кролик приложил ко рту трубу. 3 раза протрубил. И развернул свиток, прочитал. Испекла пирожки королева червей и оставила их на столе. А червонный валет, хулиган и злодей, утащил пирожки все к себе. Вызовите первого свидетеля, велел король. Первым свидетелем оказался шляпник. Он явился, держа в одной руке чашку с чаем, в другой бутерброд. Прошу прощения, ваше величество, начал он. Я еще не кончил пить чай, когда за мной прислали. Следовало кончить, заметил король. А когда же вы начали? Кажется, 14 марта, ответил шляпник неуверенно. Нет, 15-го, возразил мартовский заяц. А, по-моему, 16-го, сказал Сурок. Запишите это, сказал король присяжным, и те торопливо записали все 3 числа, сложили их и подсчитали сумму. В эту минуту Алиса вдруг почувствовала, что начинает расти. «Говорите, что вы знаете по этому делу?» – с досадой спросил король. «А не то я велю казнить вас!» «Это началось вместе с чаем», – проговорил шляпник. «Я бедный человек, ваше величество!» И вдруг, как все засверкало! Только мартовский заяц и говорит. «Я ничего не говорил!» – торопливо прервал его мартовский заяц. «Тогда, значит, Сурок говорит», – сказал шляпник. «А после всего этого я отрезал кусок хлеба, намазал его маслом». «А что же все-таки сказал Сурок?» поинтересовался один из присяжных. «Сейчас я уже не могу припомнить», ответил шляпник. «Но вы должны припомнить», сказал сердито король, стукнув кулаком по столу, «иначе я велю вас казнить». Несчастный шляпник выронил чашку с чаем и бутерброд и рухнул на колени. «Я бедный человек, ваше величество!» – опять затянул он. «Я всего лишь шляпный мастер. Могу я теперь уйти и выпить, наконец, чаю?» – спросил шляпник, обеспокоенно поглядывая на королеву. «Можете идти!» – сказал король. И шляпник стремительно бросился из зала. «Вызовите второго свидетеля!» – приказал король. Белый кролик стал перебирать свои бумажки, отыскивая список. «Интересно, кого он вызовет теперь?» – думала Алиса. «От первого свидетеля толку не было».
Представьте же себе ее изумление, когда белый кролик закричал пронзительным голосом: «Алиса!» «Здесь!» — крикнула Алиса. «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король. «Ничего!» — ответила Алиса. Король, торопливо писавший что-то в своей записной книжке, крикнул: «Внимание! Тишина!» И в наступившей тишине он прочитал из своей тетради: «Правило номер 42. Те, чей рост превышает километр, удаляются из заседания суда». Все присутствующие обратили свои взоры к Алисе. «Во мне и километра-то нет», — сказала она уверенно. «Нет, есть», — возразил король. «В тебе даже 2 километра», — вставила королева. «Как хотите, но я с места не двинусь», — сказала Алиса. Король побледнел и поспешил захлопнуть свою книгу. «Удаляйтесь и совещайтесь», — дрогнувшим голосом обратился он к присяжным. «Нет, нет», — крикнула королева. «Сначала пусть вынесут приговор, а потом совещаются». «Разве можно сначала выносить приговор, а потом совещаться?» — воскликнула Алиса. «Молчать!» — заорала королева, побагровев от гнева. «Ой-ой-ой, я вас нисколечко не боюсь», — сказала Алиса, — «и молчать не буду». «Отрубите ей голову!» — закричала королева в ярости. Никто не тронулся с места. «Вам не испугать меня!» — воскликнула Алиса, которая к этому времени стала такого роста, какого была всегда. «Ведь вы всего лишь колода карт! Колода карт! Ничего больше!» И тут вся колода поднялась в воздух и набросилась на Алису. Алиса вскрикнула, не то от страха, не то от обиды, принялась отбиваться и проснулась. «Просыпайся, дорогая», — сказала сестра. «Как же ты долго спала! Ах, какой удивительный сон я видела!» — воскликнула Алиса и рассказала сестре про все чудеса, какие привиделись ей во сне. Когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала: «Это в самом деле удивительный сон. Ну, а теперь беги скорее пить чай, уже поздно». Алиса побежала домой, а сестра ее продолжала сидеть, глядя на заходящее солнце, и думала о необыкновенных приключениях, которые приснились Алисе. Потом она стала думать о том, как ее маленькая сестренка вырастет и станет взрослой, какое у нее будет доброе и любящее сердце, такое, как и теперь, как она будет собирать около себя детей и станет рассказывать им разные чудесные истории, а может быть, вспомнит и свои приключения в волшебной стране, которые видела во сне, возвращаясь мыслями в счастливые летние дни своего детства.